Важная составляющая системы нашего жизнеобеспечения и комфортной жизнедеятельности – электроснабжение потребителей. Как и за все предоставляемые услуги, за пользование электрической энергией нужно платить. Увы, находятся недобросовестные потребители. Специалисты Слуцкого межрайонного отделения филиала «Энергосбыт» «Рукминскэнерго» занимаются не только вопросами электроснабжения, но и постоянно проводят работы по выявлению и пресечению фактов самовольного, бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии. Современные технические средства позволяют установить факты потребления электроэнергии мимо прибора учета либо вмешательства в его работу. За два месяца текущего года сотрудниками Слуцкого межрайонного отделения филиала «Энергосбыт» «Рукминскэнерго» проведено 25 рейдов. По результатам составлено и рассчитано 85 актов по фактам выявленных нарушений. Расчетное количество электроэнергии, определенное на основании актов и подлежащее оплате, составило 69 тысяч киловатт-часов. Самовольное подключение приемников электрической энергии, вмешательство в работу средств расчетного учета электроэнергии, нарушение схем их подключения являются административными правонарушениями, за которые предусмотрен штраф. И, конечно, сопоставление суммы, которую придется оплатить недобросовестному потребителю, и полученной им мнимой выгоды от безучетного потребления электроэнергии, говорит о бессмысленности такой экономии. Важно помнить, что потребление электроэнергии мимо счетчика негативно влияет на качество электроснабжения других потребителей. Нередко становится причиной пожаров, таит угрозу поражения электрическим током. Если вам стало известно о фактах самовольного, бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии, сообщить об этом можно конфиденциально в Слуцкое межрайонное отделение филиала «Энергосбыт» «Рукминскэнерго» по адресу город Слуцк, улица Копельская, 8, а также по телефонам 900 10 5 81 52.